Погнали. Окей, let's go. Коллеги, здравствуйте, приветствую всех коллег Сиду, приветствую всех коллег с Твича. Ну что, друзья, Сацума, продолжаем чинить, продолжаем тупить, играть как профессионалы. Кофейка для рывка, ура, ура, ура. Бля, чё, у нас кончилось кофе? Да кофе дохуя еще. А чё такое? Моду на швабру мы не увидим. Да увидите. Да бля, почему если я в эту игру не поиграю 3 дня, все, я все, у меня ничего не получается. Там есть кофе? Бля, кофе есть. Там осадок. Ты уверен в этом или это твое предположение? Это осадок кофе? Наливайте. Блядь, ебаный. Чайник налить в этой игре испытания. Все. Сука, перкеле! Блять, это бабушка. Не мог бы ты привезти мне рыбу, когда у тебя будет время? Сатан! Пиздец, рыбу еще вести, но я не знаю. Пока что будто времени на это нет. Но с другой стороны, а что еще делать? Так, хорошо, пока там заваривается все. Хуё-моё. Ага, ебать, свет просто. Ну, конечно, мы просто дети миллионеров. Это чисто фенская тема, насыпать полный чайник кофе, потом пить кофе из него, или это как или так кто-то еще делает. Не, ну вообще американцы так же делают. Они в кофейник заливают и пьют из него все время. Но он там подогреваться может еще. Но, честно сказать, я даже не знаю, как бы... Нормально ли это американская тема или нет? У кого-нибудь был хоть раз кофейник вот именно такой? Прозрачный, с кофе, все дела. А надо кофе заранее засыпать? Так, голод, стресс, усталость. Срочно кофе, срочно кофе. Когда кофеварка была, там был какой-то кофейник как раз. Ничего не помню. У меня был, кофе там умирает и превращается в санину. Вот мне тоже кажется, что кофе, оно как-то на один раз, вот ты завариваешь чашку и завариваешь ровно столько, сколько тебе нужно в данный момент. И будто бы, ну, оно не портится. Да, я не понял, готово, не готово. Так, ладно, можно помыться пока что. А что, пожрать есть там, что? Слушайте, а надо в этой серии будет, блядь, пиздец, надо в магазин будет съездить. В магаз уже на Сацуме поедем. Но я что-то посмотрел, ребята, гайд. Скажем так, я не был бы настолько же оптимистичен на этот счет. Так, ладно, можно пока там кофе заваривается машина начать делать. Опускаем двигатель в моторный отсек. Ага. Здесь, я не знаю. Бля, ситуация. А почему я не могу вылезти? Пророк, сын мой. Бля, у меня там чайник кипит. Пиздец, блядь, сука, нет! Всем привет, с вами Никакада Авокадо. Так. Бля. Что делать-то, я не знаю. Так, ну-ка, сейчас. Блять, у меня чайник. Тихо-тихо-тихо-тихо, блять, что там произошло? Ну, вроде нормально. С Владивостока распил... Пиздец! Так, ладно, надо кофе... Да что же такое, блядь? Да возьми ты чашку, не знаю. Все, все. Сейчас кофейка и поймем все. Угу. У нас вот такая ситуация.
нас вот такая ситуация. И пивкадлеровка, точно, спасибо. Окей, пивка выпили, кофейка бахнули. Мы вот так вот это сделаем. И теперь надо машинку спасать. Так, вроде все в порядке. Нет. Так. Сейчас. Да, это все понятно. Так, а чё она не может проехать-то? Так, сейчас. Так. Я вот не понимаю, вот это... Всё в порядке с тачкой или нет? У меня как-то эта хуйня открывается вверх. С тачкой не все в порядке. Блять, что же делать? Ой, Виту. Окей, справились. Все, сейчас буквально я вам покажу, как я с ювелирными движениями, опять же, твердо и четко. Угу. Далее. Опять же, господа, ювелирные движения. Тихо. А я не понимаю, почему... Нет, ну не едь ты. Нет. Чё-то я хуя не понимаю, как мне её, блядь, у меня же получалось это сделать. Я помню, была тема. А, во. Руль повернуть, да я, нет, тут так не получится. Окей, ладно, хорошо. Все, я подстроюсь под ситуацию. Угу. Я просто подстроюсь. Так, угу. Окей. Опускаем двигатель в моторный отсек. Не, что-то нихуя не получилось. Да вроде так. Чуть назад, но я тоже вижу, что чуть-чуть назад стоит. Он должен как-то вот прямо... Не, ну там хуетень торчит над ниже. Ну такое вот чувство, что типа как-то так. Так, необходимо расположить двигатель так, чтобы появились болты крепления двигателя к подрамнику. Закручиваем один болт ключом на 11. Ключ на 11. Но у меня в гайде написано один болт. Но тут их раз и два. Пророк Сенбай. Так, хорошо. Пророк Сенбай. Но теперь мне надо как-то вот эту хуйню же, да, открутить. Откручиваем два крепежных подъемника ключом на 10. Ага, ключом на 10. Так, ну вот.
Ну все, моторчик установлен. А что, завести-то можно в теории или нет? Не, я понимаю, что вряд ли. Так, Ачи проехал мимо. Акум, точно. Да. Откручиваем, так, это понятно. Закручиваем оставшиеся два болта крепления ключом на 11. Оставшиеся два болта? То есть их три должно быть. Ну тут понятно, раз, два, где третий? Сзади движка один болт. Вот это что ли? Угу. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Закручиваем два болта крепления катушки зажигания ключом на 8. Так, катушка зажигания. Мы вот эту хуйню в прошлый раз не установили. Вы говорите, что теперь она здесь ставится, да? На полке вещей куда-то сюда она должна ставиться. А, бля, галочка! Все, ебать! Закручиваем два болта на 8. Два болта на 8. Два болта на 8. Погнали. Угу. Готово. Закручиваем одну гайку магистрали сцепления ключом на 7. Так, а где это находится? Закручиваем одну гайку магистрали сцепления ключом на 7. Что хотя бы похоже на это? Вот это говно какое-то. Нет. Так, это вот эта срань где-то тут. Прям перед. Полоки вещей где-то здесь. Это, вот это тот болт или не тот был? Бля, ну вроде... Блядь. Чё ж делать нахуй? Левее от болта гайка. Пророк Сенбай. Левее от болта. Бля, ну, мне кажется, я его откручиваю, нет? Это оно? Но я не понимаю, я, ну... Паша, 150 рублей. Да, у Мина все правильно, но привет так и не передаю. Нет, ну если все правильно, то передаю, конечно, привет у Мини. На трубке. Ну вот она на трубке. Ну это хуйня на трубке. Ты уже его закрутил, разве? Короче, его вот, чтобы он ниже закручивался, или наоборот, чтобы он выше закручивался нужно. Я нихуя не понимаю. Ниже же. Ладно. Закручиваем одну гайку на кулисе ключом на 5. Ага. Закручиваем два болта на кулисе ключом на 5. Так, это с другой стороны надо делать.
Кулиса, бля, ну на кулисе. Сейчас, откуда знал, что у меня чат автомехаников? Сука, я даже, я не могу понять, где эта хуйня расположена. С какой стороны? Пророк Сенбай. Вадик, 100 рублей, приветствую. Жопа в масле, в руке пряник. Мама, я автомеханик. Давайте, может быть, это нам облегчит немножко нашу задачу. Я, конечно, не уверен. Ага, вот они, раз. Блять. Сука, заняты люди. Чем по времени? Привет, это Сима от магазина «Партнер». Я презентую Greatest Offer. Величайшее предложение. Только маленькие деньги за новую подписку. Ты как? Что? Понял. Спам. Окей. Так, слушайте, 2 часа. Давайте бабушке рыбу провезем. Чё бы и нет. Чё бы и нет, если бы да. Так, нужда, гигиена. К бабушке нужно ехать с чистым хуем. Ну, я имею в виду, что типа просто, чтобы тебя не воняло. Ну, я нет, это... Короче, вы немножко тоже не то... Короче, не то подумали, о чем нужно. Я не это имел в виду, что вы думали. А, стоп, подождите. Мне за рыбы вообще в другое место нужно. За это? Бабушке нужно ехать с чистым хуем. Разбана. Да я еще раз говорю, это просто в плане гигиены. Не то, как бабушке нужно ехать с чистым хуем. Как куда угодно ты идешь, надо идти с чистым хуем. Но это как бы база. Это вы опошлили все, что можно. И к учителям надо идти с чистым хуем. Да, блять, потекшая пизда. И к учителям надо, ко всем нужно идти только с чистой пипичкой. Это как бы база. Если у вас будет грязная, ну, пиписька, это все. Это не то, о чем вы подумали. Вот это, блядь, поколение, конечно. Вот, вот. Вот перестройка Горбачева к чему привела все. Вот и думайте теперь о судьбе ГКЧП. Да. Даша Мирезка, 100 рублей. Приходит как-то панк с чистым хуем мимо мусорки, а там бабка мертвая лежит. Очень смешно. Обоссаться как смешно. Половина даже не застала Горбачева, как и ты, камон. Все застали. Да и впрочем, какая разница? Есть виноват все равно во всем. А дед, когда едет к внуку, тоже должен быть чист. Так, все, ладно, давайте просто мы не будем эту тему вновь поднимать. Давайте просто не будем эту тему вновь, ну, просто поднимать и все. Ну да, кстати, половина, типа другая половина зрителей застала Горбачева. Бля, слушай, вот да, в натуре ты написал, что твоя половина зрителей не застала. То есть ты предполагаешь, что действительно, вот, одна половина это прям зумеры-зумеры, а другая такая категория, 55+. Горбачев 100 рублей, хоть бы за пиццу в хат, спасибо сказать. Нет, за пиццу в хат это, конечно, да. Тут даже без этого. Так, 3 часа. Во сколько бабушка спать ложится? Напомните. О, рыбы там просто, да, пиздение. В 4, пиздец. Ну, слушайте. Рыба прям знатно. А она из... Вот смотрите, какой план мне вот с этой рыбы? Какой... Как мне действовать? Мне...
она испортится за ночь? Или нет? Или ее приготовить нужно сначала? Рыбу сначала пожарить надо и на ночь в холодильник положить. Ага, вот такой вот план. Хорошо, хорошо. А зачем ты спрашиваешь, когда бабка ложится? Да потому что просто хочу в гости к бабушке любимой заехать. Так, а двух бревен хватит или побольше? Никита, стоит ли завтра идти на первый урок математики, 11 класс? Смотря чего хочешь добиться. Бля, больше нужно. Знаешь, вопрос, вот ты говоришь, что вот идти, не идти. Ты сам-то чего хочешь? Если ты кайфарик, то идти не надо. Хочу стать геймдизайнером, поступаю в Голландию. Yes. Тогда не иди. А хуй мыть перед жаркой или перед холодильником? Так, ну вы, конечно, шутники такие в чате все. Ну, конечно, все смешно. Вам, конечно, все весело. Я тоже раньше таким был. Над всем смеялся, все высмеивал. Ну, это, блядь... Потом вот столкнетесь... Со всем этим и сами все поймете. Сами все поймете. Хихоньки-хахоньки. Все так. Все так. Хихи-ха-ха. Пукс-ринг. За это... А ведь давно тебя на ютубе... Никогда разбана не будет. А Гражданский проспект считается севером Питера? На Гражданском проспекте я жил. Ну, недолго, я где-то год жил на Гражданском проспекте. Мне не понравилось, честно сказать. Так, ребята, я вам серьезно говорю. Вот всегда мыть хуй нужно, вне зависимости, Pizza Hut, не Pizza Hut. Хуй надо мыть всегда. Твердо и четко. Хватит меня про это спрашивать. Ника, если я хочу работать на заводе. Да, бля, сейчас на заводе мест нету. Вот говорят, блогеры на завод пойдут. Бля, а на завод ты вообще хуй как попадешь? Вообще не варик идти на завод. Там все места заняты. Там нужны люди, которые что-то умеют делать. У меня на заводе пока есть место. Скоро сезон летний кончится. Мест не будет. Так что бегом, кто хочет на завод. Бля, ну там же специальность нужна какая-то. Ты же не можешь просто взять и по приколу влететь в этот движовый вайб. Да, под названием завод. Там же тоже какие-то, ну... Словно говоря, тебя спрашивают, а что ты умеешь делать? Я скажу, я нихуя делать не умею. С отцом учинил в My Summer Car. А, пойдешь учеником, тебя всему научат. Хорошо. Вопрос второй. А можно на завод пойти, но быть начальником завода? Вот стать замом начальника завода. Подмастерьем. Чтобы меня научили, как это, вот каково вот это вообще. Вещь управлять и владеть заводом. Можно. Все. Главное желание. Слушайте, я что-то не понимаю, а эти бревна... Вот это сколько будет продолжаться вот эта вся вакханалия? Я если рыбу пожарю, что-то будет или не будет? Жди углей. Ну вот у меня есть угли какие-то. Первое бревно сгорело. Ну вот, а если убрать бревнышко? А, уже не убрать. У подруги мама на заводе работает, знакомый для нее отдельную должность придумал. Сидит, ничего не делает. Блин, вот этот вариант мне нравится. Выдуманная какая-то должность на заводе. Я могу быть блогером видеозавода? Блять, сука. Видео. То есть, как бы я скажу, я буду снимать для вашего завода видосы. Как мы кушаем... Как мы... Какие у нас вечеринки проходят на заводе? Как это прикольно? Может, кстати, есть такие челы, которые снимают репортажи, ведут соцсети. Ну все, тогда в таком случае все. Решено. Буду видеоблогером завода. Какого-нибудь, не знаю. Что у нас делают заводы? Типа, как круто работать на Норильском никеле. Ебануться, бля, чё так долго они горят, это просто ёбнуться. Все, второе сгорело, наконец-то. И давай третье следом. Давай к нам в Ульяновск, будешь на УАЗе работать, договорились.
Ладно, с хуем определились, нужно мыть всегда. Что насчет жопы? Жопу, конечно, надо всегда мыть. У тебя присохшие нечистоты будут на волосах. Ты будешь потеть. Это будет все преть и смердить. Это вопросы глупые. Жопу мыть нужно не только, чтобы ее ебали. Жопу нужно, ну, в смысле, блять. Это тоже... Короче, суть в чем? Суть в том, что просто это вот просто базовая вещь. Жопу нужно мыть всегда. Тебя ж смердить будет. А что можно не мыть тогда? Так, ну хорошо. Смотрите, ну шею нахуй. Вообще можно никогда в жизни ее не мыть. В принципе, забить хуй можно на руки как таковые. Чтобы вырабатывать иммунитет к микробам. Локти нахуй мыть. Ноги нахуй. Вот ноги вообще, типа, мыть не надо. Я говорю про ступни. Ты когда в душе моешься, вода стекает вниз, и она как бы мыльная вода будет у тебя в любом случае в ванне. У тебя автоматически будут чистые ноги. Всегда. Поэтому вот эта херня, что там взять губку, помыть ступни, не надо. Мыть надо... как сказать? А, уши тоже не надо мыть. Половые органы, да и подмышки. Зубы можно почистить, когда сексом будешь заниматься. А в остальном вообще, вот все остальное нахуй, буквально. Остальное не нужно. И то с зубами тема такая, что съешь тик-так, блядь. И не парься. Ну и где? Пророк Сенбай. А где? Главное, чтобы не сгорело все. Что с вульвой делаем? Моем? Конечно, это же половой орган. Вы меня как слушаете? Привет всем, это Влад Гулуев из Контакта. Да-да. Нажарив окурочок, а як пахнет. Чё, от рыбы нихуя не жарится. Это не быстро. А чё, сразу несколько-то можно? Следи, а то сгорит. Да я все, работать-то все надо. О, мама мия, пампалалейла. Ну, бля, времечко, конечно, потребовалось. Мой гора любимый, родина Кавказ. Там в горах высоких я барашков пас. Чтобы не потели, заводил их в тень. Чтобы не скучали, танцевал без геняра. Вай-вай. Вай-вай-вай-вай. Вай-вай-вай-вай. Сопрано будет? Будет, будет. Шаверму с рыбой пробовал кто? Звучит как какая-то супер омерзительная вещь. Так, ну все, 5 рыбёх-то у нас имеется. Пиздец, конечно, у нас вот этот Ля де Флёр сегодняшний занял просто кучу времени. Бля, рыб там не сдохшая вообще. Это не дохлая рыба валяется. Так, ладно.
Пожарим около Сацумы еще. Так, сюда вот эту рыбу. Съешь сырой, как медведь. А можно съесть сырую рыбу? Не, нельзя, я только жарить. А, нормально. Никита, рыба в ловушке не портится, оставляю ее там. Ну, уже все, ребят. Уже назад не сдаем. Это не в нашем стиле. Что по бензу? Вроде не хватит. Да хватит все. Нормально. Плюс всегда на всякий случай есть запаска. Привет, как тебе новый видос Дэна Шмальца про маньяков? Мне кажется, бред снимать видос на 6 часов, даже если тема норм. Дэн Шмальц – творческий безумец. Он совершенно нерационален, как видеоблогер. Но у него очень хорошая идея, как у видеоблогера. Но Дэн Шмальц, вот он будто совсем не чувствует, как правильно вести свой канал. Конечно, снимать 6 часов видос, который... Ну, он потенциально из этого 6-часового видоса мог бы сделать, ну, видосов 8-10 для канала. И выпускать их по очереди. Не знаю, зачем он сделал 6-часовой видос, но он действительно сделал видос со всех маньяков, которые когда-либо были на территории России. Я не знаю, Россия, СССР и СНГ или только на территории России. Как вместо серика въебать фильм на 15 часов. Да, да. Ну это Дэн Шмальц, он всегда такой был. Боюсь, правда, если результат его, ну... Он делал еще этот видос реально там полгода или хуй знает сколько. И вот сейчас этот видос не оправдает его ожиданий. И что-то Дэн Шмальц, мне кажется, сгорит со всей этой хуйни. Бля, надо было, конечно, не на мотике подваливать. Надо было на тачке. Что-то я не подумал, блядь. И как я теперь эту рыбу всю ебучую переносить буду? Бля, мне же показалось, дом горит. Сгонять на мотике за тачкой, блядь. Почему мне не приходит никогда в голову умные идеи? Я-то уж думал, все переносить надо. Такие у меня умные чаты просто. Аж гордость берет. Такси начнет. Нет, реально, я бы просто эту рыбу перекидывал, я вам честно скажу. В планах было такое у меня. Я даже не думал о том, что вот реально доехать до тачки, перевезти рыбу. Это вообще без токсика. Так, ну пока что в канаве ни разу за стрим не застряли. Это уже очень успешно мы проходимся. Пока что-то мы вообще на суперпродуктивных находимся. Вот буквально ноль ошибок. Ни одного лишнего движения. Честно сказать, не знаю, конечно... Все равно, блядь, процесс не быстрый. Скинь дохлую рыбу в воду, пусть флиппер порезвится. Но уж нет. Эта рыба будет спасена от ебаного флиппера. Вот, ну, слушайте, а честно сказать, мне кажется, если бы я флиппер и лопака начал смотреть, я бы тоже расплакался. Если у меня что-то такое вот... такое мнение. Что-то травмирующее все вот это детство с этими мультиками, с этими фильмами. Про собачек, обезьянок, дельфинчиков. Это все травмы, блядь, какие-то бесконечные. Бля, слушайте, а голод... Голод-то, блядь, нарастает конкретно так. Слушайте, а вы уверены, что это... Как сказать? Что рыба в холодильнике не сдохнет. Ты думаете, нормальная инициатива в целом? Ебать, просто последние полчаса с рыбой ебемся. Только ради бабушки нашей любимой.
при встрече, при встрече с которой мы обязательно моем хуй. Напоминаю просто, чтобы не забывали. Ты каждую рыбу на этот ссаный пол уронил. Нормально, бабушка еще в этой, в термической обработке разогреет, обработает все. Она же не будет холодную рыбу есть. Погреет где-то, там все микробы убьются. Ну все. А вот это для себя. Ну рыба долго, да, хранится в холодильнике? То она не сразу портится. Правильно или неправильно? Ну, какой в пиздец, а? Ну, я не знаю, как у меня тачка доживет, конечно. Так, окей, жажда, 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 жажда. И голод. Так, кофейку. Кувалдой вроде можно восстановить кузов, да? Ебануть пару раз, думаешь, по тачке нужно кувалда и выправиться все. Может, заодно сосиски пожарить? Так, хорошо. Без рофлов кувалдой равняется. Не, я в это не верю, что кувалдой можно выровнять. То есть хотите сказать, можно выровнять вот эту хуйню кувалдой? А каким образом тут происходит? Надо ударить по вмятине прям вот так? Вот так вот или нет? Надо мод скачать, чтобы кувалдой равнять. Понятно, короче, блядь. Так и думал, что это байт, блядь, как всегда. Блядь, а жопа-то тоже, да? Все, пизда жопе. Бля, а слушайте, а это как-то-то исправить можно реально или... Ну, она будет ехать, что самое главное? Ехать будет. Все, слава богу. Это все, что мне нужно. У механа все можно исправить. Окей. Не, главное, если будет ехать эта малышка, то все в порядке, мне похуй вообще. Так, окей, ну давайте дальше пробовать делать что-нибудь. Выкручиваем один болт ключом на 14 на левом и правом переднем тормозном диске. Ага, из тормозных дисков мы это выкручиваем. Сначала рыбу уберем. Все, видите, у меня тут производство. Щука уже сама вся нажарилась. Уже вообще на еду мы можем, в принципе, деньги больше не тратить. У нас постоянно есть источник хавки. Так, окей, берем ключ на 14 и выкручиваем один болт из диска. На левом и правом переднем тормозном диске. Так, выкрутил. Выкрутил. Устанавливаем левый и правый полуоси. Half shaft. Левый и правый полуоси. Бля, я их не устанавливал разве? Так, понятно, блядь. Так, ну подождите, халшафт. А у меня нет никакого халшафта. На полу у ворот. Они возле аккумулятора на полу называются... Я полокось. Полуось. Полуось. У ворот.
авось. У входа налево. Так, у входа. Так, вот. Так, вот вход. Пишу правый, значит, это левое. Входа налево. Вот вход налево. Нихуя нету. Полулось. Так я, бля, ищу, но нету полулоси. Вот есть только такая полуось. А мне нужны левые и правые полуоси. А это просто полуось. А мне нужны левые и правые. Это оно и есть. Да нет же, блядь. Так, нежные, вы что-то гоните. Так у меня такая одна хуйня только. А, блядь. У меня их две. Че, блядь, я не знал. Бля, ну темно уже, я даже не знаю, смогу ли я установить. Так, и куда эту срань? Бля, я не понял. В пизду, я спать. День прошел наполовину хорошо, удалось только рыбку съесть, да, да. И то рыбку я не съел. Бля, опять свет забыл выключить. Угу, ситуация. А что, у меня домкрат врос в тачку? Так, окей. Полуоси надо установить. Понять бы только, куда они ставятся. А, раз. Фух. Закручиваем один болт, включен на 14. Так, ну это вроде не сложно. Что с крышей у машины стало? Все в порядке. Это, ну, это самая эргономика. Она так ехать будет лучше. Ровная крыша, это наоборот плохо. Машину постоянно, то, ну, не понимаешь ветер, что делать с этой крышей. А это наоборот более природные изгибы. То есть, как бы, ну, в целом, он подстраивается под окружающую среду. Это наоборот лучше, чем было. Закручиваем, так, закручиваем... Три болта на каждой полуоси ключом на 9. Если поедет, поедет. Хватит это вот отставить нытьё. Искал поедет, значит поедет. Ух, блять, я что-то сейчас отрыгнул этими хинкалями. Реально, вонь просто нереальная. Она вот такая же вонючая, насколько хинкали были невкусные. Так, все, полуоси у нас прикручены. Пау, парара, пау, 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 парара, парара, пау, пау, парара, пау. Устанавливаем левый потрубок радиатора. И потом устанавливаем правый потрубок радиатора. А, подтрубок, все понял. Бля, у меня их три. Блять, а как мне понять, что из них левый, что из них правый? Там просто написано потрубок 1, 2, 3. Ага, правый он выглядит, он такой продолговатый.
Это вот этот. Так, что-то было? Ага! Так, и устанавливаем второй подрубок. А, все-таки... А, там не пе, там был... Все, понял. Там не правый, левый. Там первый, вот. А, нет. А, да. И вот где-то сейчас вот тут вот еще один. Угу. Установлен третий подрубок, ага. Бля, он не упадет, надеюсь, он вроде не должно. Прикольный музяк, мне нравится. Так, ладно, пожрать. Слушайте, а можно как-то вылить брагу и новую начать делать? Вот и рыбку съели, да. Главное, это... Не все из этой поговорки за раз выполнить. И у нас идеальные параметры всего. Можно просто ведерко перевернуть. А зачем новую делать? Ну, потому что я использовал типа 17 бутылок, а у меня больше сока нету, но у меня есть много сахара и дрожжи. Я бы лучше начал новый процесс варки браги. Все, теперь точно. О-о-о-о-о! Идеальные показатели. Устанавливаем выхлопную трубу. Так, ага, тут тачку, наверное, надо загонять уже будет, да? Не надо новую делать, собери бутылки на свалке. Ты не прикрутил по трубке. А у меня в гайде не написано, что их нужно прикручивать. Никита, в подтрубках есть хомуты, которые закручиваются отверткой, в твоем гайде этого нет. Блять, ну ладно, хорошо, давайте закрутим. А поскольку там болтов этих или только один? В общем, 5. Ну, вроде 5 раз, 2. Три. Так, раз, два. Ну, все, 5 закрутил. Так, и все. И осторожно. Осторожно.
Так, угу. Блять, опять ловушка Джокера. А, не-не-не, все в порядке. Так, и поровнее бы. Ну все, ладно. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Че, это у нас выхлопная труба? Угу. Вот куда-то вот сюда. Так, что-то было, что-то... Опа! Нормально. Три болта ключом на 7. Так, ладно, а сколько времени? Давайте закрутим и поедем это же дела делать. Заебали, блядь. Так, три болта ключом на 7. Три болта ключом на 7. А чё за три болта? Ага, это где-то вот тут, да, как я понимаю? Не, я чё-то нихуя не понимаю. Это где вот эти полуоси были? Так, ладно, может тут и снизу. Тварь, блядь. Алло? Кто это? Я извиняюсь. Это не тот номер. Суки. Суки. Ну, блять, ну где-то тут. Должен по логике вещей быть где-то тут. Так, ну. Вот тут вот это говнище должно быть. Вот где-то тут. А, вот он где. Раз. Фух, ладно. Ну нормально. Все, едем к бабушке. Как и обещали. Так, возьмем дизель и еще на всякий случай в город заедем, заправимся. Так, ну и к свину, наверное, надо сгонять. Как же ему похуй на шины. А что с шинами не так, я не понимаю. Сохранение. Бля, надо бы. Бля, ну сохранение это плюс 2 часа. Бля, не, если сохранимся, мы к бабке не успеем. Возьми еще обычную канистру, скоро с отцом, это готово будет заранее бен заливание. А у меня есть обычная канистра? Разве? У меня же там не было обычной. А, вот это. Для бензина. Ну ты очень самонадеян, если думаешь, что это. Что Сацума прямо очень скоро будет. Мне бы, так сказать, твою веру. Честно сказать, я бы сигарет бы взял побольше, а то у меня осталось всего 8 штук. Ух ты же, блядь. Так, хорошо. Пока что 0 ошибок вообще за вот сегодняшний день. Закрой гараж. Я ж закрыл гараж. Не, гараж закрыт сейчас. Без тряски. Сука, да как, блять, можно нахуй? Блять! Хуй бы с ним, спиздили бы этот аккумулятор ебучий уже. Бля, слушайте, я вообще не знаю, доедем ли мы до города, бензы-то нихуя нету. Блять. Блять,
Чё, брат? Лодка тогда. Да мне лодка не нужна. Я же к Свину еду потом. Мы же едем сегодня за Сацумы наши ставить с ним. О, такая музыка мне нравится. Европейская. Так, нормально, это не канава. Или канава. Бля, или канава это в итоге. И вот так вот, и вот так вот, и вот так вот, и все, должны выйти все, да? Ага, все, выехали. Все, разобрались, разобрались, все хорошо. Ну профи, блядь, профи! О, алкаш. Ремень, да похуй. Пока что ремень тут это... лишний. Тоже ремень все равно только против этих полицейских, чтобы не докапывались. То, как я гоняю, в любом случае, если разъебусь, то разъебусь. Чат отвлекся. А, слушайте, а мы что-то и быстро до бабушки доехали? Привет, внучок, заходи на чашку кофе. Бабушка, тебе, блядь, ништяки. Жареная щучка. Писюльку мыл, все в порядке, ба. Фимозов не будет. И прочих неприятных. Прими внимание, никогда не играй в карты в доме на той стороне озера. Сейчас расскажу реальную историю. Бля, бабушка, я все слушал. Давным-давно эта штука и его отец играли в карты. Его отец победил, и эта штука так рассердилась, что прокляла своего отца. Потом его отец сгорел в собственном доме. Да. Эта штука не человек, у нее даже есть копыта, как у свиньи. Никогда не иди туда, чтобы играть в карты. Да я это понял, бабушка, дай денег. Сука, бля, у меня просто тремор нахуй от кофе. Я выпил, блядь, эспрессо сегодня просто, блядь, одно за другим. Просто сердце хуярит, блядь, стоит 230 нахуй ударов в минуту. Так где есть девушка на примете? Должен найти одну, прежде чем они все переедут в город. Да. Это понятно, все. Здесь девушки хотят выйти замуж и завести детей. И что предлагает, а что предлагает городская жизнь? Чего у нас здесь нет? Ты действительно должен найти себе жену. Да. Да понятно это все. Да это все понятно. Бля, ну я ж соглашаюсь совсем, бабушка. Бабушка, дай денег. Ну чисто на депик один, блин. Бетик оформлю. Бля, все, просто пытка. Это пытка. Это пытка, блядь, одной и той же истории. Я ее раз 30 слушал уже. Сука. Блядь. Бабушка, я уже весь трясусь, просто я нихуя, бля, я кофе выпил, просто, бля, хочется бегать вокруг да около постоянно.
Вот тебе немного денег, я знаю, они тебе нужны. Слава богу, бабушка, спасибо большое. Все, нормально, нормально. Лутка, 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 лутка. Едем свина бывать. Ну да, мы в город пару дел надо сделать. И к свину, да. План такой. Надо залить бенз в бензобак, в канистру дизелька ебануть для трактора. На всякий случай. Сохранение точно надо сделать. Потому что мы вот этот весь день, вот весь прогресс, который у нас был сегодня, пока что вообще не сохранен. И меня это пугает. Это, мягко сказать, пугает. Я в ахуе. Тут по дороге машин металлолом есть. Загонишь такую меху, он даст норм бабла. О! Здорово, бля! Кузен! Фух, ну главное вот здесь не разъебаться, и все будет это охуенно. Радио кайф, да, да. А он как будто с каждым часом игры становится лучше и лучше. Пями дубаем и стоят. Все близко. Нормально. Так, 98. А, блять, сюда же дизель нужен. Нормально, бодренько. Пока что ноль ошибок. Ноль ошибок. Ноль. Буквально ноль. Никита, у колес есть процент состояния шин. У тех, что ты взял за брошки, два колеса имеют 50% состояния. Другая пара 1%, так как машина переднеприводна, ставь шины с 50 вперед, иначе при буксе лопнут покрышки. Да нормально, прорвемся. Сейчас все деньги, что бабка дала, на бенз уйдут. Да не, это хуйня все. Как бы поступил Джеки Чан? Вопрос хороший. Ну я не знаю, хватит ли нам и на сок еще. Надо посмотреть, сколько вообще бенз вышел по итогу. Потому что бенз, такое чувство, вышел до дороговато. Хайста питту. Ja kyllä voit hakea muuallakin sun ostokset, jos ei tämä palvelu kelepa. Eiku hetki, etpä voikkaan. Что ты сделаешь мне? Парикмахер? Давай я тебя буду укладывать, сделаешь мне парикмахера, хорошо? Так, маленькая лудочка. Масляной фильтр купи. Сейчас, лудка, лудка, лудку. Сначала лудка. Сначала лудка, потом все остальное. На соточку. Бля, я уж 107 засунул. По пятюне. Че, все, нема денег? Ну, хотя бы не все проиграли, уже хорошо. Так, ладно. Че тут где? Это чипсы? Да. А почему много?
ты покупаешь? Ну я наперед, чтобы потом не ходить покупать. Хочешь, я тебе чай? А что ты там? Это что? Чего? Это что ты там? В кружке? Да. Это чай. А что ты? Ай, это что? Это чай и частицы чая. Ну? Нет. Чё, почему нет? Не хочу. Ну а папа ты... же пьет чай. Это кто это? Почему? Думаю, папа бежит. Папа все налил. А что это такое? Это писает персонаж. А что это? А где Супер Марио? Папа. Супер Марио? Да. Ну, Супер Марио пока что нет. Ну, мы сейчас найдем. Пап, найди Супер Марио. Увидишь ролик про Сигму Сансов, в конце сказал, что знаешь только одного такого человека, и это его до добра не довело. Так. Это папа. Это папа? Это не папа. Так, в чем вопрос-то был? Что Юра такой же крутой Сигма, как папич, и, или в чем, я не понял. Ну, если вопрос в этом, то да, конечно. Я просто типа, я не понял. Сейчас пойдет возня со свином, это да. Но я надеюсь, у нас с First Try получится это сделать. Свин с 20.00 играет. Ну, нормально как раз. А 6 сик хватит. Но, учитывая, что, типа, мы играем на Сацумы. И если я проиграю, я просто, ну, заново загружусь. Ну, потому что, типа, если мы проиграем Сацумы, это как бы конец игры. По сути. Поэтому... А как я понимаю, что там будет две у нас ставки. Сацума и потом на дом. Сразу же. Ну пока что ноль ошибок. Ты ответил за свой. Так, Юрий, я даже не понял вопрос. Четко, вопрос в чем? Являешься ли ты Сигмой как папич? Вопрос в этом или в чем? Являешься ли таким же Сигма, крутым Сигма, как папич? В этом вопрос или нет? Я просто не. Я даже вопроса не видел. Ты что-то зашел и ушел сразу. Увидел ваш ролик про Симпсонов, в конце сказал, что знаешь одного такого человека. Это до добра его не довело. Вопрос такой, ты что, попутал бета-самец, ебан? А с чего ты взял, что я вообще тебя имел в виду? Папич, я просто пример привел, сквеля для меня плохо кончил. Так а с чего ты взял, что это вообще ты, а не кто-то еще? Или ты считаешь, что и автоматически ты Сигма-самец? Мне же не только ты знакомый Сигма. Юрик спросил того, и ты ответил того. Ну так а с чего ты взял, что именно про тебя речь-то шла? Мир не крутится вокруг тебя, Юра. Мир не крутится вокруг тебя. Я бы по всем признакам подошел, лол. Так, ну хорошо. Кто еще тогда сигма-самцы? Вот в твоей классификации. Кто еще сигма-самцы? Если да, то пошло. Папич, так, папич. Еще кто? Кузьма, нет, по его классификации я бета-самцов. Нас не так много. Ну и вот, ты, папич, еще кто? Ваномас, Ваномас же. Сигма, правильно? Да, отвечай только быстрее, потому что мне нужно в картишки играть. Ваномас из истории, из-за истории со Шпакомешка. Но за, во всем остальном в целом-то нет. Поэтому это и к Ваномасу может относиться. Ты меня или не меня имел в виду? Вопросики есть к тебе. Я тебе еще раз спрашиваю, с чего ты взял вообще, что имел в виду тебя? Я же еще раз говорю, не весь мир вокруг тебя крутится. Кого ты еще мог иметь в виду, лол? Много сигма-самцов, знаешь. Так я же тебе сказал, что да, естественно, много. Не только тебя. И Ваномаса. Ты проиграл с отцом. Блять, охуенно просто. Бля, это долго будет. Если ты Сигма, тебе это вообще... если ты Сигма, тебе это вообще не должно беспокоить. Вот если на то пошло. Если ты Сигма, тебе это вообще не должно ебать. Так может и не Сигма получается, а полная противоположность. Сигму вообще это ебать не должно. Вот хорошо, даже если мы имели в виду тебя. И если ты пришел ко мне на чат. На Twitch. Чтобы застать меня врасплох. Тебя это значит беспокоит. Так это получается, ты не Сигма. Потому что Сигму это вообще не должно беспокоить. Я беспокойно выгляжу только в одном, что как бы... У меня сейчас идет стрим по My Summer Car. И тебе, по старой дружбе, я всегда отвечаю преимущественно. И как бы...
по старой дружбе я тебе отвечу. Но в душнину какую-то лютую я на стрим не хочу уходить. Вот и все. Нормально, нормально, нормально. Карбюратор прикручивать, говновоз возить. В этом и счастье. Так. Погнали. 14. Нам главное Сацума. На остальные машины мне вообще поебать. Самое хуевое, что как бы вот я не знаю, сразу две ставки эти делать или по одной и сейвиться. Просто такое чувство, что сейвиться по одной как-то что-то очень впадло. Ты Сигма не сейвить. Так, ну 19, окей, хорошо. Это уже можно с этим что-то сделать. Бля, я хуею. У него 20 было, у него 21 было. Бабушка верно говорила. Ну, у него, бля, видно, супер подкрученный шанс именно на этих ставках. Может, сначала полтишок проиграть, потом поставить тачку? Бля, звучит, на самом деле, не как безумная идея. Но я не думаю, что это что-то даст. Можно попробовать, но я не думаю, что это что-то даст. Верно, я понимаю, что у нас будет второй говновоз. Только первый для говна, а второй из говна. Ну, смотря что ты имеешь в виду. Если ты имеешь в виду машину, которую мы выиграем в карты, то да, но если ты имеешь в виду ласточку Сацуму, которая будет буквально летать по местной карте, то нет. Хорошо, давайте попробуем такой тактикой. Типа, давай по 50 с тобой сыграем, ну просто чисто это. Ой, я проиграл, как грустно. Ну давай еще по полтишку. Так, чисто ради интереса с тобой сыграем. Перекинемся картишками. Мы же тут за весельем пришли в первую очередь веселиться. Ой, как можно? Я победил. Ну ничего страшного. Со всеми бывает. Давай еще на полтишок разочек, да, сыграем. Я снова победил. Блин, как интересно. А давай мы сделаем реально интересную ставку и сыграем на наши машины. Вот тут лутка пошла, блядь. 20. Так. А чё с ебалом? Так, машина выиграна. И дома. И дома. Не-не-не, ну тоже, да. Ну да, не расстраивайся, сейчас отыграешься по соточке. По соточке отыграешься вообще. Вообще, по соточке это самое верное, не переживай. Сейчас мы отыграешься, все будет хорошо. Сейчас будет хорошо, по соточке я проиграл, как грустно, видишь? Ты уже начинаешь, считай, обратно возвращать свою машину, которую ты только что проиграл. Но я думаю, ты отыграешься, я думаю, ты отыграешься. Блин, вторая ставка. А, ну моя победила. Ну ничего страшного, следующая, она 100% за тобой. 100% она будет за тобой. Вот за это даже не переживай, я тебе гарантирую. Ну вот видишь, ты типа проиграл. Я проиграл. И, блин, я проиграл, честно сказать, тебе так везет. Ты так хорошо сегодня играешь. Давай на дома. Давай на дома просто ради интереса. Но вдруг ты выиграешь дома. Так, а можно еще раз на дом сыграть? Нет, а что это конечное, да? Так, ладно, тактика рабочая. Ну, конечно, в духе этой игры было бы, если бы еще вот после каждого ставки на дом, у тебя был бы автосейв. Вот это было бы в духе этой игры. А что делать, если ты проигрываешь тут дом? Ну вот какой дальше план? Таксик из оборота, просто после побед тачки нужно сохраниться. Мне кажется, это бессмысленно. Мне кажется, надо идти сразу за двумя целями. Типа, зачем заканчивать, ну, останавливаться на полумерах? Шансов меньше, но времени гораздо больше будет тратиться. Если выиграть дом примерно 3%, шанс выиграть машину 3%, шанс выиграть и то около нуля. Лучше сейванись после машины и потом добей дом. Если что, если ты проиграл машину, а потом выиграл дом, то машины и дома будут твоими.
Ага. Это точная инфа или не точная инфа? Это точная инфа. А, ну хорошо. Не верь этому чату, блядь, да. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, ну давай, две ставки. Сначала лайтовые. Блядь, нет, еще. Я остановился раньше времени. Ну ладно, это не важно. Блядь, я мог ударить. Ладно. Да все уже. Да, на. Так, ударить. Угу, проиграли. Ну попробуем, машины. Ты проиграл Сацуму. Окей, дома. И получается, типа, если дома, то у нас останется Сацуму, верно? Если мы сейчас выиграем. 16, остановиться. Так, ну все? Ты выиграл этот дом. Так. Ему... Он расстроен от этого. Блять, ну а ты думал, тебе игра подсуживает, друг. Пришел топиться с горя. Ну, меня больше пугает, что по лору бабка, которая рассказывала, как я понимаю, вот этот сожженный дом, это дом отца его, да? Который проиграл ему в карты, и он сжег ему дом. Я просто надеюсь, у меня такой хуйни не получится. Так, все это мне принадлежит, точно. Я могу здесь сохраняться или что? Да, я могу здесь сохраняться. Так, ну, я на всякий случай, конечно, хочу доехать до дома и посмотреть, реально ли есть Сацума. Просто не хочется, типа... Ну, плюс тут недалеко. А в городе мы все дела сделали. Чекни тут машину. Ага. Че, мы выиграли-то в итоге? А, мы выиграли это. Ага, это осы. А она заводится, все в порядке, то есть мы сможем ей управлять, правильно? Но там осиное гнездо, поэтому как бы разберемся с ней потом. Сначала я хочу убедиться, что Сацумы цела огнетушителем. У меня нет с собой огнетушителя. Вроде никаких это поворотов хитросплетенных нет. Не без канав твердо и четко. Какой план? План поехать домой, убедиться, что Сацума в целости и сохранности сохранится. И на этом заканчивать на сегодня. Ну, у меня такое чувство, что я проебал поворот правильный. Так, ну это алкаш. Мы дальше живем? Сопрано смотрим, да, и потом пойти смотреть Сопрано на буст. Бля, просто чудо, как я эту дорогу запомнил. Ну как-то запомнил. Так, стоп, мне просто ради интереса, сколько у меня часов наиграно в My Summer Car? Ну, короче, 33 часа мне понадобилось для того, чтобы в игре освоиться. Чтобы можно было запомнить маршрут. Чтобы можно было привыкнуть к управлению тачек. И каким-то всем основным базовым вещам. 33 часа мне понадобилось. 33 часа? Охуеть, честно сказать, что эта игра, ну, на 33 часа геймплея. Но на данный момент я бы остановился на том, чтобы я собрал Сацуму.
как бы собрал Сацуму и заставил бы ее ехать. В принципе, я для себя в таком случае игру считаю пройденной. Что 20 из них в канаве. А вот все, что в канаве происходило во время игры, это считай обучение. Тут концовка есть. Блять. А как же участие в ралли? Ну, как я понимаю, типа та Сацума, которую мы соберем, она в ралли участвовать не сможет, правильно? То есть мы... План выглядит таким образом, что мы должны... Что мы должны что? Так, Сацума на месте. Все, ключ имеется от Сацумы, Сацума наш. Окей. Так, окей, вытащим вещи, все расположим. Канистра с дизелем. Ну, думаю, завтра мы точно уже сможем собрать Сацуму и попробовать ее завести. Так, что за скобочки пошли? Все успеем мы сделать. Да там реально хуйня осталась. Там осталось реально хуйню собрать полную. По крайней мере, судя по гайду, который я читаю. Да вы больше пугаете ее. В итоге, блядь, дело будет на минут максимум 10-5. А я говорю, завтра мы еще ралли выиграем. Завтра мы еще выиграем ралли. Так и что тут осталось-то? Ну вот это накладки внешние. Вот это тоже накладки внешние. Ну вот глушитель прихуярить. Крышка для проверки сцепления. Мы же все детали собрали. Ну вот рождественские огни еще. Но это, мне кажется, не на тачку. Короче, я думаю, все будет в порядке. Бля, масляной фильтр-то был в итоге у меня или не был? Ну ладно, да, более чем удачный трай. Продуктивно сегодня все сделали. Все, на этом можно заканчивать. Поэтому присоединяйтесь к нам, смотрите вместе с нами клан Сопрано. Сегодня мы смотрим 4-ю серию 2-го сезона. Буквально через 10 минут. Всем спасибо, всем доброй ночи. Спасибо большое за донат. Увидимся с вами завтра. До свидания.